Та-дам! Здорово, орлы и орлятки! Ну и как всегда, продолжим бесконечное прохождение. Напомним себе задание. Да, побочных заданий у нас дофига. Вот с этого и начнем. Это и это. О! Прилично дает. Ладно, поехали. Так, это у нас. Дальше навыки сейчас посмотрим. Я тут, видите ли, ближним боем занялся. Да. Ага, да, первая эрка через паузу, да? Давайте. Да, ничего себе. Крутизна. Ладно, погнали. Что тут заставляет нас? Обзорная точка. Я уже все сам так разведывал. Так, куда нам? Давай быстренько телепортнемся. Что ж ты так далеко-то оказалось? Неизвестный костер. Что-нибудь поближе есть известное? Так, а рядом со мной же есть кострик. Где ты, костер-то? Вон он, ну. А оттуда уже пешком. Нет, я не экономный. Як. Так, это нам вот сюда. Полетели. Ничего не экономим, но просто, ну чё ж вы, ну сами понимаете. У нас это открыто. А, это мой вороной. Быстренько глянем. А, здесь вот еще было. Надо открыть этот костер. Забежим. Все, погнали. Побежали скорей. Ба, какая тушка-то. Серьезная. Шевели булавочками. Секундочку. А, это ждать. Нет, костер. Надеюсь, новенький. Дальше. Куда нас забросило? Так, до костра надо будет. А давай топай. Нашел. Так. Ну и где-то здесь мадемуазель, да? Те Азерам сказали, что кто-то из их бригады убежал в этом направлении. Там кто-то попал в беду. Прочь от моих вещей! Ей не помешает подмога. Oh!
Спасибо. Намного лучше. Что происходит? Секундочку. Сломали? Неужели сломали? Только не это. Нет. Надо бы посмотреть, как оно. Что сломали-то? Надеюсь, не... Хилимся. Где ты? Возьму на будущее. Хрена у них радио. Ну и что ты переживала? Это только что было. Отлично, провод к шипу не пострадал. Прибор говорит. Ты в порядке? Ты разобралась с машинами, спасибо, но тебе пора уходить. Тут не на что смотреть. Это твой прибор. Он получает звук по тому проводу от той штуки на скале, которую ты зовешь шипом. Но это лишь обрывок сообщения. И ты пытаешься узнать, что там дальше? Как ты все это узнала? Я многое повидала в странствиях. Если хочешь, можем поговорить об этом. Может, я помогу? Конечно, помогу. Мы всем помогаем. Ты, кажется, правда много знаешь. Дофига. Ну, давай. Помоги. Позволь взглянуть на тот шип. Может, я распознаю остатки сообщения. Как? Скажем, у меня есть свой прибор. У Нора есть механики? Нет. Но я исключение. Сейчас вернусь. А, ну, хорошо. Это что за лукошка на голове? Скоморохи? Просто иди вдоль провода к вершине. И прошу, не сломай ничего. Сама не сломай. Тут надо забраться. И тут? Она молодец, раз сумела протянуть тут провод. А вот и шип. Наверное, рядом с ним прием получше. Откуда поступает сигнал? Что ж, скажи Тейзерам, что я услышала чуть больше. Так, что дальше делаем? А здесь можно неплохо срезать. Но нам в другую сторону. Это ветер.
Так, а что происходит? Не туда полетел. Твой прибор принимает сообщение от предтеч. Какую-то запись. Я поняла. Ты что-то еще услышала? Немного. Это запись времен войны. Ужасной. Может, поэтому оно такое печальное? Что-то в нем напоминает мне о погибшем брате. Да согреет кузни его прах. Не знаю, почему. Я не смогла отыскать источник сигнала. Слова стали громче, когда я пришла сюда. Может, перенести прибор? Попробуем поймать сигнал в другом месте. Даже если там не будет угрозы Тенакты машин, нельзя бросать шип. Он делает слова разборчивыми. Ладно. Раз это сообщение предтеч, будем действовать как предтеча. Они отслеживали сигнал, слушая его в трех разных точках. Чем выше, тем лучше. А потом, совместив данные, находили источник сигнала. И ты так можешь? Наверное. Твой шип — это первая точка. Нужны еще две на высоте. Ну, к северу на землях Тенакт стоит большая блестящая башня. Да, подойдет. Есть еще одно место рядом с моим... лагерем. Стой. Как тебя зовут? И почему ты помогаешь мне, хотя совсем не знаешь? Я Элой. И мне просто интересно. Как и тебе? Да, мне единственному, да? Кому не интересно? Сильга, когда разберешься, Элой, не забудь рассказать мне. Да, ты готовь хлеб с солью. И лукошко свое подготавливай. Так. Далеко. Далеко. А, костра здесь рядом нет. Давай с этого начнем. Уж. Поехали. Так это ты отсюда на мышцу ведет? Никто не против, надеюсь. Ты сейчас влупят мне. А, вон туда, так. А напомни-ка, как туда можно попасть. Вот это прием, здравый! Ненавижу тебя, понял? Ты мне тоже не особо нравишься. Подъем. Давай, там, наверное, где-то вход, а я благополучно его. Надо забраться и поймать сигнал силы. Где Что за данные? Так, где вход, скажите? А, елки-палки. Чуть-чуть обошел. Ничего такого, просто коробка.
забраться повыше и поймать сигнал. О, что-то есть. Не наругают нас? Еще чуть выше. Чуть-чуть, да? Давай уж. Будь добра. Уже почти. Офигеть. Офигеть. Ну и чё ты? Так, попробую поймать сигнал Сильги. Парус 142, штабу свободы в Риму. Даю координаты. Помолюсь. Оставил сообщение. Здесь слышно больше. Но источник пока не нашла. Осталось забраться на гору рядом с моим лагерем. Да, офигеть. Так, здесь у нас. Вот сюда. Конечно, очень хотелось спрыгнуть. Здорово. Это гора. Чтобы отследить сигнал Сильги, надо забраться по южному склону. Нужно просто найти как. По южному склону? А чё это так светишься? Вон то дерево. Оно поможет мне подняться на гору. Так, ну то дерево. Бессмысленно. Здесь крюкохват не зацепится. Вот это дерево. Про него? А, потом, наверное, вот это дерево. Эх ты, хорошо то, что я такой внимательный, а? Ай, вали-яли. Посмотрим сейчас. Ее надо бить водой. Что происходит? Что?
Если получится по-тихому. Так, меня сейчас как будто бы спалили или что? Спалили, да? Нет. Не спалили. Ну, понятно. Пиздюк. Лопала. Спрячемся. Все, та штука нас не видела, да? О. Ты меня. Ладно. Пойдем один на один. Да, эта штуковина сваливает их сильно. Ладно, хорошо. О, новый уровень. Хм. Это всегда зашибенно. Да, я ей просто по-хорошему завидую. Да ей много кто позавидует. А, нам наверх? Али, я не знаю, что, чего-то. Ну да, судя по тому, что... Посмотрим. Так, скорее всего... Ну давай, ладно. Пока так. Пока ползется, идем наверх. Сколько же еще? А ты что, устаешь, что ли? Надо забраться выше и поймать сигнал Сильги. Все, приехали. Так, а куда он нам? Вообще вроде как будто бы. А. Да ты шутишь. Офигеть. Надо Финикского вас пересмотреть. Эта гора высокая. Да ладно. Так, а мы дальше что хотим? А, вон. Оба-на. Похоже, я тут не одна. Так.
Получится захватить? Я бы птичку захватил. И на ней бы перемещался. Захватить бы так, да? Ладно. Куда ты? О, так. Ясно. Ты... Мегаход. Ой, я в яйца. Да. Да ты ж. Ована. Захватить его? Было? Нет? Аккуратненько. А, это мне может быть. Эта хрень еще пригодится, да? Чуть левее. Это хилочка. Так, веди-ка. Вот с этой, да, надо, там лед мешает. Я бы сам бы не допер. Ну что, да, как высоко. Теперь поймаю сигнал. Где тут лучше ловит? Так, секундочку. Давай. Еще спрыгивай. Надо поискать точку, чтобы поймать сигнал Сильги. Сейчас поймаем. Видишь, фиолетовая здесь. Фу. О, сейф. Так, забираемся, да? Аист 142, штабу свободы в Рино. Даю координаты груза. Ул, я молюсь о тебе. Внутри я оставила сообщение. Ага, нашла источник сигнала. Это недалеко. Надо добраться туда. Так погнали. О, это четко, я сейчас с горы спрыгнул. Так. Отсюда вид будет шикарный. Ой, круто, нравятся мне такие с высоты. А, не, я не хочу прервать планирование. О, красота. О, там злюки ходят. Побежали. Источник сигнала. Посмотрим, там драка будет, нет? Да, войди ты.
Рекс, ёб твою мать. Так, секунду. Визор отслеживает сигнал, который нашла Сильга. Чтобы найти источник сигнала, разберусь сперва с машинами. Сначала с машинами надо разобраться. Так, а с добрыми тоже надо разбираться. Сука. Заметила меня эта штука. Кто засек? Ой, там... Срочно. Надо пить. Ты меня доимбелевать. А чё? А ты, падла. Зеленый. Ладно. Еще кто-то? Ладно.
все отпизжено, ей-богу. А, пушка. Так, что дальше? А, сначала машина, это не все? Кто еще здесь? А, наверху, возможно. Вот ты где. Как мне до тебя добраться? Но сперва разберусь с этими машинами. С какими с этими? Где еще машины? Оп. Где? Все. Только барашка оставался. Рок возьмем. Пока особо не понимаю я. Возможно. Решение принял неверное, да? Хотя, блядь, подъем же идет. Идет же и идет, да? Не туда. Так, чё? Вход в пещеру. Прекрасно. Блять, прекрасненько. Очень похоже вот это на вход в пещеру. Нет, что тут собирать? Хилки, хилки, все четко. Так, и чё по итогу-то? Ну, это не то. Всё хорошо. Литого. Ищем дальше. То, что надо. А это мы осилим, да? Ну там такое же было. Штука.
Я понимаю, мало кислорода. Я тебя нашла. Фух. И что тут внутри? Я не сумела связаться с тобой. Надеюсь, ты сможешь получить мое сообщение и снаряжение для линии обороны Рина. Просто знай, что я не хочу думать ни о каких ссорах. Я помню о нас только хорошие и буду вспоминать тебя в последние минуты. Кажется, он был ей очень дорог. И как ты такие выводы сделала? И ей точно понравится передатчик, который посылает это сообщение. Вернуться. Давай вернемся. Где у нас? Кострик-то хотя бы один. О. Шерлок Холмс, только рыжий. Это получается по факту, так какой хренью мы занимаемся? Элой, шип не передает слова, что стряслось. Вот, что говорила через твой прибор. Это снаряжение предтеч для связи на далекие расстояния. Сигнал отключился, когда я его нашла. Но я слышала сообщение, о котором говорил голос. Что в нем было? Во время древней войны женщина пыталась доставить припасы своему другу. Она хотела рассказать ему, что все их прошлые ссоры для нее ничего не значат. И она будет думать о нем в последний миг. О. Пожалуй, мы с ней чем-то похожи. Как бы я хотела сказать такое брату, что простила его. Ему это было нужно. Тот человек из предтеч, он услышал сообщение? Думаю, нет. Наверное, так часто случается. Но та, что посылала сообщение, хотя бы могла надеяться на то, что оно дойдет. Это сильно! Сообщение, летящее через земли. Можно я заберу? Это сокровище. Конечно. Спасибо. Иногда люди не могут услышать то, что должны. Может, эта штука поможет мне установить связь. Космосом. Из источника до самых дальних земель. Эй, я нашла еще кое-что там среди припасов. Может, получится что-то собрать? У тебя есть верстак? Да, он вон там. Пользуйся, Элой. Сколько хочешь. Думаю, я знаю, что делать с этими деталями. Не понял немножко. А как оружие? Хорошо. Это никак. Тут нужны всякие штуки. Да? Наверное, речь о первом идет. А, вот, да, ключевые предметы. Все понял. Повнимательней надо. Сделал.
мой верстак твой, если он тебе нужен. Вышло неплохо. Вот, попробовать. Давай попробуем. Но дело в том, то что... Шипомет. Так, давай выбрать. Если... Вот этого, да? Да. Вместо этого. Прототип шипомета. Так, а он огненный. А, это ты такой, такой. 27,90. А он прокачан был? Да, понял. Сейчас прокачаем и этот. Улучшить, где у нас синий? Вот этот вот. Да, осколок. Как раз зеленца есть. Хорошо. Все, больше нет. Ну, ладно, мы прокачаем в любом случае. Тут у нас ни для чего больше ничего нет. А здесь улучшить. А, чего? А, нету, да? Да, ладно. Может быть, когда-нибудь потом. Возьмем еще немножко этой хрени. Сколько? По 10 добавляет. Шо? Поехали, следующее задание. Так, дела. Ага. Всякое-всякое. Ага. Бойцовский круг. Я за этим попроходил все. Ой-ой, всякое-всякое. Ладно, поехали. Следующее. Расчистка. Какое-то время у нас еще чуть-чуть есть. Ах, что газуем. О, тем не менее. Тут костра нет. Не пойдем. Нам сюда. Визор все еще получает сигнал. Пройдите в туннель. Ну и чё ты болтаешь? Слухи? Один из наших разведчиков нашел древние руины на юго-западе. Я ходил их осматривать, но ничего не нашел. Мне все кажется, что мы что-то пропустили. А ладно, наверное, это от разочарования. Может, в другой раз повезет. Конечно. А может быть, может, вообще не повезет. Кто знает. Вдруг этот Азерам что-то пропустил. Фух. Прибежал. Взорвать тот огнеблеск. Бум. Я помню, я здесь был. Это что сияет? Это мы вырываем. Нормально нет. Кто-то живой. Что? Ну, здесь. Так ты есть. Я думала, видение. Что случилось? Кошмар во тьме. Мир. Завалось опять что-то. Машина? Я не рассмотрела. Караван. Мы побежали. Все разрушилось. Доползла до сюда.
не смогла сбежать. Кто-нибудь выжил? Нашел первый караван? Да, кое-кто да. Славно. Хотя бы я не одна. Чё с волосами? Сквозняк? Успокойся с миром. Похоже, что-то большое напало на пропавший караван. И лучше поспешить. Не то чтобы я трус, но каждый раз, когда я попадаю на что-то большое, у меня проблемы возникают. Так, это что? О. А, так это мне даже не туда идти. Ключи, колокольчики. Не нравится мне этот звук. Давай тогда не будем задерживаться. Чё там? Одну секунду. Скрыть. Машину. За роликсами зашел. Маракопы и пропавшие люди Корпуфа. Так, втихаря получится? Походу нет. Это не попал. Так. О, да. Оно кончилось? Ай, кончилось. Ладно, может. Ладно, погнали. Дева. Машины позвали на помощь. Нам бы выпить. Машины позвали на помощь. Кого? Все. Тоже сзади? Тебя не видно. Ха-ха-ха!
Чё за... Еще? Где? А. Огибаешь, спокойно. Хуба. Боец, бля. Что на них напал какой-то кошмар? Вряд ли это были дракулы. Да, все надо собирать. Неизвестно, что из этого пригодится. Так, еще синенькое. В машине часики. Так, а чё нам дальше, куда? И наверх смотреть туннель. Да, блять. Что это? Ожог, можно скрыть или с помощью снаряда. Наверное, можно что-то расчистить завал крюкохвата. Давай-ка. Встаем. И малыха. Машина. Пойдем, пойдем. Кроме моего внимания, ты больше никого не привлекаешь. Пора бежать отсюда. Похоже, проход впереди. А? Ой. Охо. А, это... Это у вас трюки, да? Так, начнем с того, что нам бы его просканировать. Дальше. Оп. О, можно по этим штукам стрелять. Пойти. Шутка. Фу. И где? Чего вот он боится? И глянул. Ну ты. Можно идти дальше. Да ёпта. Мне нужно тебя бить, когда ты вылезаешь. Все.
все равно зацепило меня. Да вылезай. Да чтоб тебя. Больше никому не доставят неприятностей. Азерам вошли в каньон с восточной стороны. Надо посмотреть. Давай посмотрим. Наверное, в тех повозках припасы, которые должен был принести. Сундучок Форгуфа. Надо вернуть ему. Вернем. А может, себе оставим, посмотрим. Не обратный. Похоже, стена обрушилась, когда напал камнегрыз. Азерам оказались заперты в каньоне. Остальные пытались бежать на другую сторону, по западному туннелю. Можно взорвать это, чтобы расчистить завал. Можно. Смотри, какая смышленная. Надо попасть огненным снарядом по бочкам с огнежаром. Огненным, да? Теперь туннель расчищен. Надо сказать Форгуфу. А у меня там на все есть, на все случаи жизни. Я подготовлен. А, какую сторону-то? Все, выходим. Так, и куда? Ну, мы не пойдем, конечно же. Так, костра нет. Есть же. На время не будем тянуть. Сейчас доложимся. Посчитаем. Если добавить все дни, пока мы торчали в некешном лагере, и еще надбавки за вред. Ты вернулась? И как там туннель? Я нашла остатки команды. Одна девушка была жива, но, увы, недолго. На них напал камнегрыз, когда они пробирались по туннелю. Бедолаги. Жизнь собирателя непредсказуема, но это печальный вариант. Ну, я разобралась с камнегрызом. Теперь путь чист. Ха-ха! Знал, что ты справишься. Да, а люди погибли. Случайно не подобрала мой сундучок, а? Да, вот он. Искорка ты моя! Есть что-то, чего ты не можешь! Вот, твоя доля, как обещал. Раз угроз больше нет, я займусь расчисткой и укреплением. Потом вызову другую команду и приведу эту экспедицию в порядок. Да, будь добр. Вперед за трофеями! Будь добр, пожалуйста. Так, задание выполнено. Выполнено. Давайте. Следующее у нас будет
побочное задание, вторая строфа. Но им мы займемся в другой серии. В этой серии мы продолжим качать лазутчика. Так. И то меня устраивает, когда я стреляю из кустов. Это что? Ну, это нет, меня не беспокоит. Здесь что у нас? Нет, тоже. Да, это надо. Все. Это нам не надо. Вот это надо. Дальше. Что? Вот это надо, поэтому это тоже прокачаем. Это не надо. Я не пользуюсь, пока не дошел, так сказать, не созрел. До того, чтобы пользоваться. Так, а где тут кастрик-то? Карта. А, позади. Сундучок. Сейчас быстренько отжимаем. И все. Так, ну все, мои дорогие. Давайте. Всем хорошего дня. Приятного аппетита. Кто будет кушать? Доброй ночи и хорошего отдыха тем, кто будет отдыхать. Как всегда, всех обнял, приподнял. Пока-пока.